сорт томата амиша и картофельный лист. Это среднеспелый сорт томата, 110-120 дней проходит до созревания. Высокорослый сорт 1,60-1,80 м. Лист у этого сорта картофельный. Очень отличная урожайность у этого сорта. Плоды вот такие насыщенно-розового цвета. Они плоско-округлые и слегка приплюснутые. Они гладкие, без пятен и трещин. Плоды очень мясистые. Масса плодов бывает от 300 до 900 грамм при благоприятных условиях выращивания. Сорт реликвия амишей из Миннесота, США. Вот так выглядит сорт в разрезе. Томат очень мясистый, сочный, мякоть розового цвета и много камер у этого томата. По вкусу это вообще томат превосходного вкуса, с хорошим ароматом. Даже самые гурманы томатоеды этим сортом останутся довольны. Этот сорт можно выращивать и в открытом грунте, и в теплице. Но опять же, сорт требует и посынкования, и подвязки к опоре. Вести лучше в 1-2 стебля. Этот сорт салатного назначения. Также он отлично подойдет для приготовления томатных соков и соусов. И еще мне этот сорт нравится, что он очень устойчив к неблагоприятным погодным условиям.